Никита Гурко закончил с отличием Самарский государственный экономический университет. Говорит, сомнений в том, что нужно отслужить в армии, никогда не было. Призвали в один из самых престижных полков – президентский. Хотелось бы, чтобы и семья, и близкие люди гордились мной, и страна. После первичного медицинского освидетельствования призывнику выдается повестка на призывную комиссию, на которой врач на основе осмотра представляет выводы о состоянии здоровья. И призывная комиссия принимает решение о его отправке на военную службу, предоставлении ему отсрочки или освобождении от призыва. Гордость Промышленного района. 4 человека предполагается президентский полк, 7 человек спецсвязь и Главное управление Министерства обороны 11 человек. Оповещение граждан данной категории проведено в полном объеме. График призывной комиссии утвержден. В промышленном районе Самары планируется провести 19 заседаний призывной комиссии. Отправка призывников на областной сборный пункт в Сызрань начнется с 15 октября. Никита Борисов, Григорий Плешаков. События.